из года в год на святилищные места приходило каждое очередное новое поколение. Из года в год подрастали девушки, подрастали парни. И на эти обряды стремились попасть. Но могли попасть только достойные. И как же измеряли достойных? Перед нами мерный камень, где есть несколько важных и значимых вбитых величин. Вдумайтесь, на этом камне измеряли парней. Для чего? Готов ли он к ратному искусству? Готов ли он держать бой на случай войны? Пора ли его обучать воинское элитное знание? Понятно, что он к этому времени уже умел драться. Понятно, что к этому времени он уже давным-давно и охотился, и был подспорьем в хозяйстве, и, скорее всего, умел многое. Но на этом мерном камне его измеряли для того, чтобы понять, а готов ли он в элитное подразделение, в элитные боевые отряды. Как это делали? Здесь есть насечка ладони, насечка локтевого места. И таким образом измеряли мужчину, подросшего за год. Когда они становились мужчинами? Кто-то в 12 лет вырастал до такого уровня, а кто-то и в 20 не дорастал. Все зависело от болезни, питания, условий проживания, развитости. Но этот камень отвечал на все вопросы. Если он в 15 лет вырос до таких масштабов, значит, он готов в элитное подразделение. Если он и в 25 лет не дорос до меры правильной, определенной богами, значит, он и в 25 лет не пойдет в обучение скрытым берсерским наукам. Легенда о берсерке знакома любому русскому мальчишке. С детства бабушки и мамы читают эту сказку. Сначала он просто Иван-царевич. В процессе сказки он обладает звериной силой, и серый волк ему помогает, разговаривая на понятном парню языке. Серый волк покидает парня, и парень сразу же попадает в ошибки, в беды, доверяясь и передоверяя другим людям свои достижения. Легенда о берсерке, о серке, о серко, о сером волке. Известно любому пацану. Ключи сохранились. Надо бы сохранить. Каждый парень, выросший за минувший год, стремился попасть в это золотое сечение. Потому что он знал, что если его мера попадет в эти величины, он станет элитным бойцом. Он уйдет в пещеры берсерков для того, чтобы познать уникальное искусство русских непобедимых воинов, которых боялись везде и повсеместно. Вам известна фраза «косая сажень в плечах». Так вот, перед вами мерная величина необходимой косой сажени. 4 точки, в которые должна точно разместится анатомия выросшего мужчины. Ладонь. Сюда должен разместиться локоть, если парень подходит для службы ратной. А сюда должно разместиться плечо, если парень подходит для элитного войска берсерка. Плечо, локоть, ладонь. Этот мужчина готов к элитной службе в секретных войсках Древней Руси, в войске берсерков непобедимых.